Всем привет! Сегодня расскажу вам об удивительном устройстве, которое вялого и сонного человека быстро превращает в бодрого и наполненного энергией. Это кофейная станция Kitford КТ-74-13. Слово «станция» здесь возникло не случайно. Она проводит полный цикл мероприятий по созданию вкусного и ароматного напитка. Первый этап – помол. Зерна засыпаются во встроенную кофемолку. Тонкая настройка помола дает возможность поэкспериментировать с разными видами кофе и добиться идеального вкуса. В комплекте есть темпер, с помощью которого вы сможете спрессовать молотый кофе, прежде чем установить рожок. Вода заливается в съемный резервуар. Его объем 2,6 литра. Этого хватит примерно на 10 чашек американо. Стильный корпус сделан из нержавеющей стали. Обратите внимание на его переднюю панель. Здесь расположен манометр, позволяющий поддерживать давление, необходимое для безупречного эспрессо. При помощи встроенного стимера вы можете приготовить шикарную молочную пенку для капучино или быстро подогреть напитки паром. Под чашками находится съемный поддон для капель с поплавком. Если воды наберется слишком много, поплавок всплывет, а вы поймете, что поддон нужно опустошить. Кофейные чашки можно хранить сверху на платформе. Она подогревает посуду, чтобы температура вашего напитка сохранялась, а вы наслаждались вкусом напитка еще дольше. Но будьте осторожны, угощая своим кофе друзей. Попробовав его, они наверняка захотят превратить ваш дом в кофейню. Если же вас это не пугает, то вашей кухне просто необходима кофейная станция Kitford КТ-74-13. Спасибо за внимание. Желаю вам еще больше бодрых и ароматных